Привет, друзья! Еще одна маленькая задачка, которая встретилась мне недавно в чате. Это задачка, когда у вас есть два списка внутри другого списка, то есть двухуровневый получается список. Сейчас так он выглядит. Да? И вам нужно сложить, то есть перестроить этот список так, чтобы этот элемент был с этим, этот с этим, этот с этим, этот с этим. На самом деле люди пытаются это сделать, даже такую простую вещь, тоже с помощью питона. То есть там в питоне, например, есть функция zip, она действительно очень удобная, но в Динамо есть другая функция, которая ничуть не хуже на самом деле и отлично перестраивает подобного рода массив. Вообще вот такой двухуровневый массив мы можем представить в виде матрицы, то есть видите, такая табличка, да, двумерная получается. И операция, когда у нас колонки таблицы и строки таблицы меняются местами, называется транспозиция матрицы. А то, что мы хотим сделать, это на самом деле есть транспозиция матрицы. Мы хотим, сейчас у нас вот первый уровень — это строки, а второй — это колонки, да? А мы хотим сделать наоборот. То есть повернуть эту матрицу, как бы развернуть по диагонали. Вот для таких случаев есть в Динамо нот очень простой транспоз, который, собственно говоря, это действие и делает. Вот и все. Все делается одним нодом. В том случае, если же у вас это два разных списка, вот как здесь у меня, то достаточно просто их соединить нодом list create. Так, не то. List create. Да елки-палки, что такое-то, а? Вот он. И потом произвести такое же транспонирование. Все делается элементарно. Непонятно, зачем лезть в питон, если есть отдельный нод для этого. Вот так вот. На самом деле ситуация очень распространенная и очень часто появляется при работе над массивами данных.